Всем привет, друзья! Ну что ж, вышло очередное обновление игры X4. Так, мне нужно, наверное, спрятаться. Тут всякие летают нехорошие дядьки. Да, сюда. О, так, нет, почему? Вот. Собственно, вышло обновление, в котором появился онлайн режим. Пока какой-никакой, ну, какой-то появился. Сейчас будем тестировать его. Посмотрим, что это такое и с чем это идет. Потому что я, например, не знаю, что это за онлайн режим такой. И что он из себя представляет. Так, куда тут можно приземлиться? Где у вас доки? А, во. Займем всю посадочную полосу. Все остальные будут ждать. Не подсуетились, значит, сидите, ждите. Да, ну что ж. Для начала я хочу построить. Что у нас? А, торговец у нас ничем не занят. Почему ничем не занят? Информация у тебя что? А, тебе нужно продать космотопливо. Продать. Отлично. Так, другой торговец. Аргон Прайм. Информацию у тебя что? Очищенные металлы. Давай типа ищем очищенные металлы. Очищенные металлы. Где выгоднее его-то толкнуть-то? 163. Вообще ни о чем. Ну, в принципе, халява. Торговать. А энерго, если эти продам, вообще дешево что-то уходит. А им много не надо просто. Ну давай лови, ловить сколько надо. Так, это я сделал. Теперь моя штаб-квартира. Хочу штаб-квартире сделать эту хрень. Как включить вообще онлайн режим, в принципе? Нажимаете Escape, онлайн возможности. Тут, естественно, вам нужно авторизоваться, будет ввести свой логин и пароль, который вы зарегистрировали на сайте Egosoft. А на самом сайте Egosoft нужно активировать свой аккаунт Steam, и либо, если вы покупали игру в GOG.com, то гоковский. Активируйте и все, входите, в принципе. Плюс тут я еще включил имена посетителей, то есть если кто-то будет виден на карте, какой-то посетитель, то будет отображаться он, я так понимаю. Ну и плюс бета, она по умолчанию включена. В принципе, это все, что нужно, чтобы начать играть в онлайн режиме. Ну и плюс нужно построить какой-то онлайн док. Сейчас этим я и займусь. Я просто не знаю, что нужно делать. План строительства. Так, у меня есть тут док, только он неправильно повернут. Давайте его удалить. И поставить люксовый док. Вот так вот, чтобы влетали в стройку. Теперь вот она появились доки. Естественно. Разные. Вот нужно, я так понимаю, вот так такую хрень поставить. А, кстати, я не могу поставить, например. Сейчас, подождите. Док не хочу вот ставить. Так, еще удалить. Удалить? А, не, а тебя не удалять. Ладно, удалить. Так, вот я хочу поставить. Дальше я хочу поставить. Естественно, обыкновенный док. Люксовый. Вот. Тут если поставить. Да? Так, а тут вот эту штуку нужно ставить. Ага, она сверху не ставится почему-то.
Интересно, почему? И сбоку не стоит. Блин, а стоит только с одного бока. Чё за подстава? Это же некрасиво. Ну ладно, тогда. А этот как штука поставится? Хрень какая-то. Удалить. 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 Ну тогда я ставлю док, просто обыкновенный. Люксовый. Хотя можно купить, может, покруче док сразу поставить. Он еще есть что-то перестроить, в принципе, ничего мне. Это что-то дело нехитрое. Так, я так понимаю, вот эту штуку надо поставить, и следом вот эту. Да? Так же. И можно поставить какой-нибудь для понтов штукенцию. Сколько это мне влетит? Да, копейки какие-то. Только ее, наверное, развернуть. Как-нибудь вот так вот. Ну, как бы так. Все, назначить строителя. А, подтвердить изменения. Штаб-квартира. Планирование строительства. Так. Назначить строителя. А, кстати, заметил прикол. Точнее, не то, что прикол. А, если нету строителя поблизости, то можно карту отодвинуть, и будут показываться все свободные на данный момент строители на данной территории. Вот тут вот где-то два застройщика. Вот один тут, а второй где? Тоже тут. Давайте этот выбрать. Так, все. Ничего себе. Кто-то прилетел опасный. Допускай, ладно. Мне пока он не нужен. Ксеноны прилетели. Станция начала обороняться. Так, штаб-квартира. Итак. Этого назначил. Планирование строительства. Дальше. Нужно бабла немножко перевести. Дать миллиончик. Все. Ну и понеслось. Так, а что, да, давайте я отстыкуюсь, пока будет строиться. Помогу пацанам разобраться с ксенонами. Кстати, теперь на бурсте не вылетает с фабрики. А все, ксенонов нету. Были, да все вышли. Окей. Тогда тормозим. Так, планирование строительства. Ой, это не то. Штаб-квартира. Планирование строительства. Так, а что там такое? Базовый док. А, сначала не базовый док снесут. Ну, пускай. Наверное, давайте-ка я пока активирую SUV. Сделал так и себе сингулярный уплотнитель времени. Так называемый SUV. Скрафтил. Так что теперь я крутой. Вижу, кто такой. Давайте в круизе этого догоним щенка. Где он там летает? Где-то, блин, за пределами карты. А, он исчез. Ну и ладно. Так, а мне там торговец что-то продал. Ага. Космотопливо продал. Очищенные металлы мне не нужны. Космотабак. Давайте закупимся космотабачку. 123. Блин. Космотабак. Космотабак. Где он был-то? Вижу. Торговля. Космотебак. Закупаюсь по полный. Full комплект.
Так, а второй торговец еще торгует, да? Ну все, полетел. Так, ну все, это начало строиться. Давайте ускорим процесс через СУФ. Да, все пролетают. Штаб-квартира. Планирование строительства. Так, теперь должен этот корабль-застройщик полететь куда-то. Нужно его ждать. Ну ладно, пока давайте я паузу поставлю, пускай все это быстро сделается, чтобы не отвлекать ваше внимание. Так, пацаны, тут какой-то уже чувак прилетел ко мне, цените. Кетхар какой-то, модель. Транспорт. 01. Ха-ха. Как какой-то чувак тут уже летает. И это прикольно. Давайте вот это отключу пока, чтобы не мешалось. Желтеньким реально подсвечивается. Ха-ха, огонь. Слушайте, а больше нигде не видно пацанчиков. Неактивные врата, кстати. Больше пока не видать никого. Ну, даже это прикольно. Какой-то чувак тусуется. А я могу ли, интересно, летать? Сейчас построим, посмотрим. Так. Заводы, штаб-квартира. Так, да должны навести еще этих самых. А, ресурсы повезли, да? Ресурсы готовы. Окей, ладно. Тогда ждем пока. Так, я подлетел к этому чуваку. Интересно, не пообщаться можно будет? А, нет. Пообщаться никак нельзя, к сожалению. Но это вот он, игрок летает. Кетхак. Ну-ка, если прочекать его. На транспортнике полетел. Че-то тут вращается его корабль. Так, ладно. Что-то строительство идет. Ну что-то строится. Оп-оп-оп-оп-оп. Порт строится, перестраивается пока что. О, я что-то там видел. Ах ты падла. Он ушел. А я хотел завалить. Ладно. Так, ну что ж, жду. Жду, как построится. И будем тестировать. Кстати, что такое корпус медленно ремонтируется? У моей немезиды. Кстати, тестировать немезиду буду чуть-чуть попозже. Это отдельное видео сниму на тесты немезиды. Оцените, какой кораблик у меня уже я прикупил. Это класс корвет. Давайте. А, нет. Куда ты вращайся так-то? Вот, это корвет. И теперь не извернуть его. Оп, стой. Вот такой кораблик у меня теперь. Корвет Немезида. Описание и все остальное я чуть попозже про него расскажу. И, соответственно, нужно будет протестировать его стволы. Так что как-то так. Пока же ждем, когда все построят. Хочу потестировать онлайн-режим. О, пацан опять выскочил, да? Да. Свободен. Так, ну как вроде эта хрень построилась. Насколько я вижу. Вещи летают. Дроны ее достраивают, я так понимаю.
Ну-ка. Штаб-квартира, просмотр. Да, все, 100%. Стыкуюсь. Стыкуюсь со станцией. Сейчас будем думать, как. Как что-нибудь сделать. Прикольно заворачивает. Так, встать. И куда? Немезита агрессор. Штаб-квартира. Штаб-квартира. Тун-тун-тун. Так, тут должен быть где-то вход поблизости. Или нет? Текс. Вот он. Так, куда мне идти? А, вот она, Вентуре Платформ 1. Ну, смотри. Так, нужно отправить как-то сейчас будет корабль. Итак, что имеем? А, вот они, смотрите, миссии. Так, доступные в параллельных вселенных Вентуре 02. А как корабль? Нужен корабль? Окей. Так, у меня тут, кстати, недалеко корабль есть. Я исследователь пригонял. Вот он стоит. Давай стыкуйся. Так, стыковаться для торговли. А, во, Вентура. Вентура платформ. Цените. То есть теперь появилась вот такая вот хрень. Погнали. Сейчас он должен полететь, я его должен увидеть. В этой хрени. А дроны все еще делают что-то. Сейчас отправлю кораблик. Только что-то он долго летит. Торговец. Где-то потерялся. Ты где, родной, потерялся? А, он в это. Был в неизвестности. Так. А что за миссия? Дайте скриншот сделаю. Вентурные ветки. Окей. Сейчас отправим. Да, и пускай будет эта штука в штабе. Как его? Чтобы это в штабе будут самые такие крутые и интересные модули. Плюс сейчас тут сбоку потом завод. Забацаю какой-нибудь. Чтобы вообще было шикарно. Вот мой штаб. Давайте. Вот так пока он выглядит. Не очень. Но, тем не менее. Все же, что есть, то есть. Вот так выглядит эта хрень. Давайте вот это отключу. Не сделаю скриншотик и увеличу. И еще сделаю скриншот. И еще скриншот. Вот так вот. Вот. Ну, потом я тут доделаю, естественно, все. Штаб покруче сделаю. По кругу нужно будет пройтись, наверное, так понимаю. Развить все это дело. Че так медленно корабль летит-то? Что за звуки-то были? Так, что кто-то сюда пришел, но никого нету. Так, ладно. Че мне тут торгуют все? Все заняты. Пуститель агресса. А ты чё? Ничего не делаешь. А он закупаться летит. Он летит закупаться. Коршун. Коршуна, кстати... А, он и стоит. Там, где надо. Так, апгрейд ремонт. Коршун хороший корабль. Мне как раз он пригодится. Для боев. Может, ему давайте армейские движки поставить. Так, армейскую эту хренотень поставить. Что, деньги есть? Так, щит 1, щит 2, щит 3 стоит. Так, турелей.
Так, стволы, ракеты не надо. Хотя, пускай, наверное, будут ракеты, раз стоят. 141, только ракеты. А чем отличается это от той? Вот так вот пускай. Ракетные установки. Так, тут что? Лучевая МК-3. Лучевая. Тут все лучевые. Не, давайте лучевые. Вот это вот будет лучевая. А вот это будет импульсная. Лучевая МК-1. А, пулемет импульсная. Во. Так, тут тоже импульсная. И тут импульсная. Так, щиты. А, это удалить. Чевая импульсная. Все. Ну, плазма не нужна. Так, отлично, отлично, отлично. Тут все нормально. Количество экипажа. Ученик десантники. О, десантников я тут найму. 10 штук. И количество экипажа 5. Маловато всё равно экипажа, как ни крути. Легкая ракета. Легкая вот эта ракета. Легкая неуправляемая. Легкая самонаводящаяся ракета. Вот это, кстати, побольше. Легкая тепловая. О, бля. Легкая тепловая ракета. Легкая управляемая ракета. Сколько это ракета? Ракета МП. Тяжелая кассетная ракета. Всего понемножку. Каждой ракеты. Так, количество неуправляемой ракеты. А, во, можно скинуть. Во. Вот это можно. Моя. Так, тяжело самонаводящаяся ракета. Блин. Всех по одной скинул ракете. И теперь нету. Дроны. Количество. Защитный дрон. Грузовой дрон, 3 штуки. Ремонтный дрон, вот это вот нужно. 5. Защитный, 9. Спутник связи. Давайте 10. 10. 10. Исследовательский. Лазерная башня. Ставится мина. Зато нам нужно лазерные башни. 15. Мина следобыт, мина свой чужой. Все. Вот так вот. Насколько это все вытянет-то? Подтвердить. Подтвердить. О, теперь будет супер крутой корабль. Так, этот прилетел. Ага, вон стоит. Давайте увеличим. Я хочу посмотреть это на это со стороны. Так. То есть корабль там стоит. Отлично. Теперь. О! Исследователь. Миссия. Начать венчуру. Ни хрена себе. И кораблик улетает. Да я так понимаю. Или он в космосе? В процессе мультивенчур. Один. А я могу на него телепортироваться, например. Ничего я не могу. И он желтеньким стал, кстати.
и чё, он так будет вращаться? Ладно, ждём-с. Ждём-с. О, есть идея. Ну-ка, ну-ка, друг. Отстыковка. Давай-ка, Немезида, покажи всю свою красу. А, блин. Такс. Где эта хренотень? А, за этой штукой стоит. Во, 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 во. Вращается. Ничего себе, музон. Все. Миссия кончилась. Как кораблик слетал, я так понимаю. Давайте пристыкуемся. Да, вот хорошо так долго сделал, теперь можно свободно залетать прямо в него. Ты поставил немножко неправильно изначально. Так, кстати. It's an honor to have you aboard. Штаб-квартира. Так. Я наблюдал за процессом со всех сторон. Надо было так вот входить. Офигеть, стволы. Прикольно смотрятся, кстати. А надо посмотреть, что стволы же должны отличаться, наверное, или нет. У разных рас. Но это потом тоже. Так, Немезида. Так, сон торговцев. Фичеры, платформ. Кстати, с этим патчем теперь нельзя телепортироваться на любую станцию, как это раньше можно было. То есть, видите, нет телепорта. Можете телепортироваться только на ту станцию, где у вас будут стоять кораблики. Так что рекомендую закупиться самыми дешевыми кораблями и поставить на интересные станции. Например, вот я любил телепортироваться на пиратские станции. Вот, теперь этого, естественно, нельзя делать, поэтому я на каждую пиратскую станцию поставлю по кораблю. Как-то так. Так, и что? И что? Доступно в параллельных мирах. Готов. И непонятно. А, Венчура. Так, ну и что? Комплект. Нажмите, чтобы видеть результат. Кредит. 12 тысяч, 2 Rising Star. Мод Retrieved. Что это? Непонятно. Мод. Ну, по-моему, это самое для кораблей. Менять скины. Давайте посмотрим. Собственно. Исследователь. Так, информация. А, редизайн. Во! Да-да-да. Типа получил новые дизайны. Ну такое, такое, конечно, себе. То есть могу теперь поменять дизайн кораблика. Так. Ну я так понимаю, будут еще круче дизайны. Так, исследователи. Рекомендуемый тип корабля. Так, ну давайте. О, цените. А, истребитель на час можно. На 8 часов истребитель можно отправить будет. И курьера. Я так понимаю, только один. Так, а истребитель у меня где-то есть. Давайте сейчас мы его пригоним. Боевой. О, кстати, тут недалеко. Давай стыкуйся со станцией. Стыковаться. Штаб-квартира. И курьера нужно сделать потом. Ну, а то что потом, пока на это самое вращается. Так, это какой у меня сейчас в процессе? Вот же, да?
А, во, вот этот вот. Так, и сейчас пока тут вращается, а мы пока сделаем курьера. Станция какая поближе тут у нас? Во. Не, это далековато. Хотя вот это, на этом. Купить корабли. Эсочка. Карта разведчик. Курьер Сорока. Ни хрена себе, это курьер по-вашему? Чё-то он ни хрена не курьер, какой-то он слишком большой. Тогда ты не нужен мне. Давайте у аргонцев. У аргонцев курьерчик дешевый. Купить корабли. Эска. Курьер, во. Ну, это понимаю, курьер. Минимальное снаряжение ему. Добавить к покупке. Подтверждаю заказ. Так, что там мой торговец делает? Принцехева. Вот, оцените, еще чуваки летают. Марка Эль. Дед Мазай. Ха-ха, Дед Мазай. Это явно русский. Тут даже бесспорно. О, готов. Слушайте. Так, такой еще музончик, типа, происходит, когда это выполняется. И сейчас можно теперь отправить, как говорили разработчики, вот это время показывает, это реальное время, то есть не игровое. То есть есть какая-то миссия вот на 8 часов, как вы могли видеть. Вот сейчас я на 8 часов отправлю пацана, а завтра я соберу результат. О, репутация повысилась. Публика Антигона. А, ну это за то, что торгую с ними. Так, давайте посмотрим, что мы получили. Итак, готов. Получили. Мульти Войджер. Посмотреть нельзя, что там было в миссии. Не, ну давайте. Так, получил 18 тысяч кредитов, 2 Rising Star. 2x Rising Star. И теперь можно еще получить какую-то раскраски, я так понимаю. Курьера на 2 часа отправить. На час можно отправить мультипроблем. И можно Вентуры. Истребитель. Истребитель отправить. Давайте тогда мы... Что я сделаю? Боевой. Сюда же я могу его. Вентура. А, его можно тоже сюда тупо поставить. То есть там два могут корабля тусить или нет? Пока непонятно. Так, он летит, во всяком случае. Сейчас мы его припаркуем. Потому что очень даже интересная фигня. Так. Вентура, смотрите, 150, 500 тысяч кредитов можно урвать. Мод какой-то можно урвать. Inventory items. Как, предметы какие-то в инвентарь. Какой-то мод. Модификация покраски. Модификация покраски. Модификация покраски. Ну окей. А я могу сразу несколько кораблей отправить? Или нет? Нету, слушайте, он не хочет. Он тупо пристыковался. Ну давай тогда исследователь. Так, стыковаться штаб-квартира. А ты лети в это самое. Ой, нет. Last order cannot be completed. Венчура. Так, а исследователь. Удалите приказы. Стыковаться. Стыковаться, чтобы квартира, все. А боевой что делает?
Удалить все приказы. Венчура. Все. Сейчас он должен залететь. Посмотрим окошко. Не вижу. Где он? Я понял, для чего вот этот блок нужен был. А, вон он полетел. Так, ну стыкуется. Это хорошо. Все, он залетел. Так. Ну давайте. О, смотрите. А, блин, слушайте, нет. То есть боевой не то самое. Тут истребитель считается. А, то есть чё ж, другой корабль не будет считаться. Прикольно. Тогда боевой стыковаться. Стыковаться. Так, а исследователь тогда возвращается. Стыковаться. Ой, какой стыковаться. Last order cannot be completed. Нет, Венчура. А боевой что застыл? Стыковаться. Все. Так, пошли на разлет. О, блин, а я думал, это самое, истребитель... О, еще транспорт чей-то ходит. Истребитель это... то. Так, курьер. Ну-ка, курьер. Так, кстати, он сделался у меня. Так, 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 так. Исследователь, агрессор, защитник, шахтер, газ. О, кстати, торгует, что-то ничего торгует. Так, космотабак. Где его загнать-то можно? А, я его убрал. 333. Только тут. Больше нигде, да? Так, ну давай сюда лететь. Пока подлетай. Потом мы загоним. Чё там, где истребитель летает? Где он заблудился? Вон, подлетает. Вижу, вижу, вижу. Окей. Так. Готов. Исследователь. А не, слушайте, не лезет. То есть исследователь тоже не это самое. А, не, все. Все это, оно не придержалось. Ну что, отправляю на 8 часов. Наш исследователь. А пока сам посмотрю на боевом. Боевой где, кстати? Редизайн. Чё-то модификаций нету больше никаких. Странно. Может на исследователь давай посмотрим. Исследователь. У меня есть другой же. Редизайн. А нет, все тоже. Давайте на мою эту посмотрим. А, на сок. Не, сокол не. Хотя, подождите, там же на сокол должно быть. Редизайн. То есть такие, такие. Все стандартное. А шо, что тогда оно повезло? Немезида. Сейчас вот такая вот черненькая. Кстати, а вот такая тоже неплохая. Прикольно смотрится. Ну я бы какой-нибудь еще вид. А че X4? А, это количество. Сколько это можно? Это количество. Походу один и тот же дизайн, просто количество гигантское. Ну окей.
вот он. А, вот модификация Rising Star. Rising Star. Понятно. Ну что ж, друзья. На этом, пожалуй, я закончу обзорчик. Пускай тогда 8 часов как пройдет. Да, запишу. То, что получилось. И потом я уже на своей Немезиде пойду ураганить ксенонский сектор. Мне тут предлагают убить корабль. Ну, собственно, нет ничего проще. Сейчас мы это сделаем. Я не знаю, что будет. Я сохранился. Ну и сейчас я попробую вальнуть вот этот корабль, который тут летает чей-то. Мощи мне хватит по-любому. Вот он. Включить. Беру в таргет. И сейчас будем валить его. Нейтрал. Я завалил чей-то корабль. Астероид. И что мне это дало? Так, что-то дало. Контейнер. Энергоэлементы. Количество 2978. Кстати, цена 47 тысяч. И все. И труп какого-то чувака. Я не знаю. Стоило его убивать, не стоило. Но тем не менее. Мне этого не дало ровным счетом ничего. Вообще ноль. То есть я просто его порвал как тузика. Лети, друг. Кетхраш. Кетхраш, если ты потерял корабль, то извиняй. Я не хотел, это чисто тесты. Поэтому туда посылать, я не знаю. Как это вообще влияет вообще? Что это такое, блин? Никаких объяснений нету. Вообще, если честно, непонятно. Очень непонятно. Ладно, все, жду, когда корабль пойдет мой живой или мертвый какой-нибудь. Любой вариант меня устроит, потому что хочется узнать, стоит туда посылать корабли или не стоит. Так, ну что, друзья, миссия завершилась. Восьмичасовая, я так понимаю, да? А куда корабль делся? Походу, мой корабль гоп-стопнули. Я его не вижу. Venture completed. Completed. Посмотрим. Валит. Миссия провалена. Ха-ха-ха. Собственно... Чего и стоило ожидать. То есть, жалко, конечно, кораблик. Был неплохо, кстати, зафичен. Но, тем не менее, ему кирдык. Значит, миссии могут быть еще и провальными. И в ходе провальной миссии теряется, по всей видимости, корабль. Обидно, обидно. Я не знаю тогда, зачем это сделано. Ну, скорее всего, я думаю, провальная миссия связана с тем, что его просто, как и я, в прошлый раз кто-то убил корабль. Все. То есть тут ничего такого нету.
сверхкритичного, конечно, но тем не менее. 8 часов летал корабль, через 8 часов вернулся и ничего не принес. Я не понимаю тогда, зачем нужны эти миссии, если любой, в принципе, может убить корабль. Ну, хотя я такого подразумеваю, что убили корабль. Может, и не убили, может, еще что-нибудь. Может, хаки, может, игрок. Ну, любой, наверное, кто мог убить. Ну, либо еще по каким-то неведомым пока что мне причинам корабль не смог выполнить миссию. Ну и, соответственно, как вы видите, потеря корабля. То есть тут как бы не убавить и не прибавить, не отнять. Не знаю. Зачем тогда посылать корабли? Да, даже если, не знаю, посылать какие-то авианосцы там и так далее. На 8 часов, за 8 часов его могут испилить только в путь любой абсолютно корабль. То есть тут ну, нету такого универсального корабля, который бы держал, не знаю, удар 8 часов. Есть только какой-то авианосец там с кучей дронов, с кучей еще кораблей и на борту, там, не знаю, заслать, чтобы он выполнил миссию на 500 тысяч. В итоге вы можете потерять как корабль на несколько, там, на десятки миллионов, чтобы получить за миссию, вот как тут есть, 8-часовую, сколько тут? От 130 до 500 тысяч кредитов. Я не знаю, честно. Не знаю, зачем это надо. Сомнительно это все, очень сомнительно. Но, как есть. В общем, я протестировал этот новый чудо-режим с потерей одного корабля, получением нескольких десятка, ну, тысяч кредитов, там сколько, 2 по 30, по-моему, 60 тысяч кредитов, и потеря корабля, она где-то на 500 тысяч кредитов. В общем, миссия не окупилась. Я не знаю, если маленькие только брать вот маленькие миссии по часу, которые час-два, и то их могут в этот момент гоп-стопнуть. То есть купить курьера, получить, ну, кстати, за курьера можно 2 часа получить 70 до 700, на истребителе 120, ну, не знаю. Не знаю, буду пробовать. То есть я буду пробовать. Если какая-то информация еще появится, обязательно вам сообщу, друзья. Знаете что, друзья? Я вот что еще подумал. А что, если загрузить предыдущее сохранение и, естественно, отправить корабль заново, то что будет? Я загрузил сохранение, и, как вы видите, как все видите, мой исследователь-агрессор, который сейчас стоит в телепорте, живой-живехенький. То есть, можно перед тем, как отправить корабль, не после, а перед тем, как отправить корабль на миссию, сохраниться. Например, вот если отправлять на 8-часовую миссию, то можно перед этой миссией сохраниться. Вот. Что, собственно, я и сделал. Сейчас еще раз сделаем то же самое. Вот. И уже выживет корабль или нет? Ну, глубоко пофиг. Мы-то сохранились. Не выживет. Загрузимся опять с предыдущего сейва. Выживет. Ну, не очень, даже неплохо. Так, ну что ж. Что ж. Строит яйца космомух. А, добывает какой-то сборщик. Тут у меня два игрока летают. Кстати, а вот это что? Это какой-то истребитель? Так, у меня есть идея. Если атаковать вот этот вот. Так, давайте я... Не, корабль пока не буду отпускать. Исследователь Немезида. Прикольно, Немезиду в ангар поместили. Никогда не это самое. Не выруливал из ангара. Так,
Хочу попробовать перед тем, как отправить, как корабль, захватить. Там какой-то истребитель летал, а у меня 5 десантников. И, собственно, почему бы нет? А куда он делся? Он исчез. А это кто такой? Квазар. Лицо странное. Ну давайте. Включить наведение. А, не, а тут какой-то еще летает. Включить наведение. Попробуем, давайте, вот этот захватить. Сейчас только нам нужно будет просканить, узнать, сколько экипажа у него. Ну и потом, соответственно, захватить не проблема будет. Оп-оп-оп. Как обычно, Немезида не это самое, не тормозит. Особенно если ее раскочегать. Сканировать давай. Hey, you can't do that. Так, экипаж 12-20. Comms channel open. I'll do no such thing. I'm not talking to you. Burns, I'm not talking to you. How much longer? I'm not talking. Тарели сейчас его разберут, мне кажется. Requesting immediate backup. Да, я могу поиметь с него груз. Количество энергоэлементы. Какие-то. 54. Средняя цена 38 тысяч. С него можно поиметь. Да, но захватить я его не могу. Захват не работает, я так понял. И это печально. Так, тут еще где-то какой-то летал. Больше нету никого. Желтенького. Ну, как факт, с таких кораблей можно поиметь ресурсы. С грузовых. С военных и истребителей я вряд ли что-то поимею. Ну, с грузовых можно. Собственно, почему бы и нет. Так, ну ладно. Убил и убил. С кем не бывает. На самом-то деле. Так, ну что ж, я, пожалуй, наверное, загружусь. И отправлю корабль еще на 8 часов. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, и все. Об новом онлайн-режиме. Так что не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, если оно вам понравилось. Ну и, естественно, заходите на наш сайт. Там уже опубликован материал по данному онлайн-режиму. Все, что было в видео, все можете прочитать на сайте. Если у вас будут какие-либо дополнения, объяснения механики, либо что-то говорили разработчики, то не стесняйтесь, пишите на сайте, пишите ВКонтакте, пишите под видео, где угодно пишите. Добавлю в статью, естественно, проверим с вами. И не забывайте еще также заходить на наши стримы.
Стримы частенько бывают, особенно по иксам. О, ну что ж, на этом я со всеми прощаюсь. Так что, друзья, встретимся обязательно в следующем видео. Сниму что-нибудь интересное. До новых встреч!